Подписывайтесь на мой телеграм-канал, где я публикую купоны и скидки. Компания OnePlus теперь подбивает модельный ряд под новинки Oppo. Вышел Oppo K10, теперь должен выйти и новый OnePlus. Предположительно, он будет называться 10R Lite. Он будет чуть проще по спекам, чем новый OnePlus Ace, который в Индии сегодня будет называться OnePlus 10R, но лучше бюджетного Nord 20 E Lite, который тоже скоро выйдет. Смарт получит процессор Dimensity 8100, 6,5 IPS, я подчеркиваю IPS, а не AMOLED экран, батарею 4890 мАч с поддержкой 65-ваттной проводной зарядки и стандартный набор камер 64, 8 и 2 мегапикселя. Модификации памяти может быть на выбор 4, 8 либо 12 оперативной и 128 либо 256 накопитель. Также на подходе Xiaomi 12 Lite с плоскими гранями корпуса в дизайне Xiaomi 12. Этот смарт будет не бюджетным, он со старта впечатляет OLED экраном размером 6,55 дюймов, сканер отпечатка пальцев будет тут под экраном, а не на боковой грани. У смарта также будет экопорт, что приятно. Набор датчиков тут не утвердился, но это будет скорее всего 108 либо 64 мегапикселя в качестве основного, плюс 8 и 5 мегапикселей будут его дополнять. Работать он будет точно на снапе 778G+, и получит батарею 4500 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной зарядки. Это стандартно и приятно. Заключительная утечка — это живые фото первых умных часов Google Pixel Watch. Это будут полноценные смарт-часы, они уже сертифицированы и скоро будут представлены. Они дико круто смотрятся на руке, и я рад, что это не прямоугольные часы.